Меня зовут парень. Воскресенье обещает быть теплым и солнечным. Местами стрельба. И я живу в настоящем районе. У меня есть лучший друг. Лучший кофе всех времен и народов. О-о-о! Ох уж эти понедельники. И не говори. Ну да. А работаю я в банке. Все быстро, лицо в пол! Я думал, большего желать невозможно. И тут появилась она. Все быстро, лицом в пол! Все, кроме тебя! Меня? Не надо, у меня же золотая рыбка! У тебя в голове что-то есть! Я не хочу ничего у себя в голове! Тебя считали винтиком в системе, но ты гораздо важнее. Надевай. Ладно, все. Очуметь! Это какие-то очки из магазина приколов! Парень, я не знаю, как это еще сказать, но этот город — это игра. Ты не настоящий. Надо было сразу вас замочить. А тот, кому принадлежит этот мир, хочет его уничтожить. Вы встречали Бога? Да, он настоящий тролль. Он еще и тролль. Приятель, но если мы не настоящие, значит, все на свете не важно? Я сижу здесь, напротив, мой лучший друг. И я пытаюсь его поддержать, если это не настоящий. Но тогда извини. Я знаю, что наш мир просто игра. Но кроме этого мира и этих людей, у меня больше ничего нет. Значит, я не буду хорошим парнем. Спасибо, парень. Я буду замечательным. Ясно. Пожизненный запас девственности. Вперед. Этот урод испоганил мне всю игру. Вау! Терминировать. Я сейчас вообще впервые в жизни веду машину. А вот это ты сейчас зря сказал. Прям в руке больно стало. Мы можем изменить наш мир, но за это надо бороться. Я не понимаю, что происходит, но мне нравится. Банковский клерк, тебе конец. Перелет. Я бессмертный! Я никогда не умру!